Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Малик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка по книге Аль-Кураату Китаба. Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями со своими родными, близкими и друзьями. На прошлых двух уроках мы разбирали с вами букву Айн и букву Гамзе. И сегодня мы продолжим эти две буквы, сравнивая их произношение. Тема, да, то есть такая артикуляционная тренировка, гимнастика, упражнения, которые помогут вам, иншалла, отработать эти две буквы. Первое упражнение, в котором схожие слова есть, постарайтесь произносить их за мной, чтобы отработать произношение и было вам понятно, да, в чем разница между этими двумя буквами. Напомню, что харф ляйн, место образования этой буквы середина горла, да, то есть где у нас над гортанью. Гамзе же образуется в нижней части горла, то есть в районе голосовых связок. Да, мы как бы закрываем легко, это будет произноситься таким образом гамза. Итак, первое упражнение. Будем читать похожие слова рядом, да, чтобы вы сравнили их. Но перед этим я прочитаю столбик вам отдельно, а потом их сравню, иншаллах. Ан сааля قرأ عن سعل قرع أن عن سأل سعل قرأ قرع أما رأى جاء عما رعى جاع أما عما رأى رعى جاء جاع ألم نأى علم نعى ألم علم نأى نعى أمل يتألم عمل يتعلم أمل عمل يتألم يتعلم. Итак, постарайтесь несколько раз прослушать и повторить это упражнение, иншаллах. Следующее упражнение у нас на артикуляцию, опять же, и распознавание буквы «Айн». Здесь вам нужно написать номер слова по порядку, в котором есть буква «Айн». Тоже прочитаю вам все эти слова. Например, например, идет у вас «Асирун», «Асирун», «Асирун». «Айн» во втором слове, поэтому здесь мы видим букву, или вернее цифру 2 написано как ответ. Итак, в дальнейшем вы сами расставите цифры, я пока не с них только проговорю. Ибро, ибро, ибро. Саидун, саидун, саидун. Ардун, ардун, ардун. Бадаа, бадаа, бадаа. Амалун, амалун, амалун. Адим, адим, адим. Амадун, амадун, амадун. Ваада, ваада, ваада. Забыла вам напомнить, что предыдущее упражнение, которое я только что прочитала, следует выполнять на слух, да, потому что, конечно же, очевидно,
если вы будете смотреть в книгу, где буква «Айн», а где буква «Гамзе». Поэтому на слух учитесь их распознавать, иншалла. Следующее упражнение, третье. Здесь уже нужно определить и выписать ту букву, которую вы услышите, «Айн» или «Гамзу». Опять вам рекомендую делать это на слух, потому что смысла в письменном как бы очевидно, и вы можете сильно не утруждаться тогда, да? Таамун, раа, маджунун, аснанун, шариун, аламун, тааххара, джамаа. Следующая часть, следующее упражнение. Икра вактуб. Вам нужно написать, прочитать и написать следующие слова. Исаль, адиюн, дафа, асир, караа, узун, цаала, баид, баа. И последнее упражнение тоже, последняя часть, вернее, этих слов новых. Караа амиру рисалата. Баа саиду ниссайярата. Караат амалу дарса. Бадаа усману ламала. Аджаба муатасиму аниссуали. Раджаат афафу. Да, обратите внимание, в принципе, здесь все тоже слова знакомые, я думаю. Муатасим — это имя. Аджаба — отвечать. Аджаба ан, то есть отвечать на суаль, мы брали с вами, это вопрос. То есть отвечать на вопрос. Также раджаа — это возвращаться. Раджаат, да, то есть афаф — это женское имя. Раджиат афаф, возвратилась или вернулась. Мин аль-мадрасати. Обратите внимание, что этот глагол используется с предлогом мин. Предыдущий с предлогом ан. Да? То есть это тоже важно и в использовании потом вам пригодится. Баракаллаху фикум. На этом мы завершим наш урок. Я надеюсь, он был полезен, хотя и небольшой. У нас осталось еще несколько уроков до завершения этой программы. Надеюсь, вы получаете пользу, делитесь с родными, близкими, друзьями и продолжаете изучать арабский язык. С вами была Ум Малик. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.